House Logic Windows Slim. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию программу для оптимизации Windows House Logic Windows Slim. Здесь вот описание программы. Если вы хотите добиться более эффективной работы Windows, то это самый быстрый и простой путь. Нужно всего лишь сжать Windows, что даст больше свободного места, а значит повысит производительность работы. И здесь описание проблемы. В системе Windows есть множество элементов, которыми вы никогда не пользуетесь. Некоторые настройки приложения не запускались. Все это занимает слишком много места на диске и тратит пустые системные ресурсы. Решение Windows Slimmer помогает легко и быстро избавиться от ненужных компонентов системы, удалить приложение, настроить операционную систему. В результате ваш ПК начнет работать более эффективно. Почему? Можно почитать почему. Помогает легко и быстро избавиться от ненужных компонентов, удалить приложение, настроить операционную систему. Здесь можно нажать кнопку «Скачать», 100% бесплатно. Можно нажать «Скачать программу» здесь, внизу или вверху. Нажимаем «Скачать программу». Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Сохраняю на рабочий стол установщик. Здесь можно подписаться. Запускаю двумя кликами. Язык русский. Путь, куда устанавливается program файл. Ярлык на рабочий стол оставляем. Открывать при запуске Windows. Я обычно снимаю галочку. Буду запускать тогда, когда мне нужно. Нажимаем установить. Здесь воспользуйтесь House Logic Boost Speed. Ну, это платное. Нажимаем Skip All Offers. Идет установка Windows Slimmer. Появился ярлык программы на рабочем столе. Запустить Windows Slimmer. Ну, запустим его от имени администратора. Завершение. Вот значок стоит. Запускаем от имени администратора. Вот такой желтенький, синенький. Правой кнопкой кликаем. Запуск от имени администратора. Открывается окно программы. Здесь файл. Действие. Вид. Одноразовая очистка. Пусть будет. Можно регулярно, ненужные. Настройки программы смотрим. Языковые настройки. Русский. 100%. Можно поставить 125. Общее. Галочку я не ставлю запуск при входе в Windows. Окей. Немножко покрупней. Дополнительно. Оптимизировать ПК с помощью House Logic Boost Speed. Но это платная помощь. Одноразовая очистка. Вкладка. Здесь устаревшие библиотеки. Файлы обновлений. Можно галочку поставить. Оно взаимозаменяемо. Демо содержимое. Точки восстановления. Удалятся все точки восстановления, которые вы создавали. Но я бы не делал этого. Они автоматически удаляются. Старые, новые появляются. Поэтому, если вы удалите точки восстановления, сразу нужно создать новую точку восстановления, чтобы можно было систему откатить назад. Ну давайте устаревшие по одной чистить только. Устаревшие библиотеки. Начать проверку. Перед использованием этой программы создаем точку восстановления системы Windows, чтобы можно было в случае, если программа удалит что-то не то, что-то нужное, чтобы можно было систему откатить назад на момент создания точки восстановления. Как создавать точки восстановления? Я видео записывал, ссылки оставлю в описании под этим видео. Для Windows XP, Windows 7 и 10. Три ссылки будет в описании. Как создавать точку восстановления. Это обязательно. Если вам не понравится, как программа удалила что-то, вы откатываете систему назад на момент создания точки восстановления. И вот результат проверки. Занято пространство 1 гигабайт 63 сотых. Нажимаем «Начать очистку». Напоминаю, точку восстановления мы создали. Ну, я остановил очистку. Освобождено 1,04 гигабайта из 1,63 гигабайта. Долго слишком я записываю видео, поэтому я остановил. Потом продолжу. А вообще программа работает быстро. Я пользуюсь более старой версией. Быстро чистит, никаких проблем не было с этой программой. Нажимаем «Регулярная очистка». Смотрим. Временные папки, корзина, файлы дампа в памяти, кэш. Нажимаем «Начать проверку».
38 проблем, 14,97 мегабайт, 21 проблема, 1,18 мегабайта. Нажимаем «Начать очистку». Готово. Ненужное приложение. Здесь все программы, которые установлены на вашем компьютере. И вот здесь она определяет, чтение программ определяет. Вот здесь будут вот показаны. Вот зелененьким определила. Очень редко используется, редко. Вот она определяет. Здесь можно удалить, выделить программу. Удалить, моментальное удаление, полное удаление, обновить. Выделяйте программу и удаляйте. Расширенная настройка, это Boost Speed, платная, вот она. Предлагает установить. Но это вы установите, а потом она потребует ключ. В принципе, все. Пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы в комментариях под этим видео. Ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.